здоровом теле здоровый дух. Именно с таким лозунгом начинается зарядка в лагере «Чайка». На этот раз она проводилась не с учителями физкультуры, а с сотрудниками полиции. Сотрудники полиции проводили зарядку. Это было вообще что-то такое неожиданное прямо. Так сказать, никогда такого раньше не видел, хотя, говорят, они каждый год приезжают сюда. Уже третий год сотрудники полиции выезжают в детские оздоровительные лагеря для того, чтобы провести с ребятами утреннюю зарядку. Ведь именно она дает возможность получить энергию и хорошее настроение на целый день. Мероприятие важно, потому что оно способно вызвать у людей желание заниматься спортом и достигать чего-то высокого. Было просто интересно в этом поучаствовать, посмотреть, как это делают сотрудники полиции. Это делают сотрудники полиции, соответственно, это должны делать мы. Зарядка – это источник сил на целый день. Я считаю, что это необходимо. Одним из самых запоминающихся моментов для ребят стало знакомство с мастером спорта международного класса Сергеем Пономаревым. Ребята смогли задать кикбоксеру волнующие их вопросы о спорте. Когда будет следующий чемпионат мира? Чемпионат мира будет в этом году, в Венгрии, в Будапеште, где я принимаю участие. Также Сергей показал ребятам свои награды, а главное – пояс чемпиона, который каждый хотел потрогать и примерить. А также Сергей продемонстрировал свой любимый прием, который с легкостью повторяли и девочки, и мальчики. Сегодняшнее мероприятие, оно очень интересное и очень познавательное. Когда приезжают на полицию, они дают нам какие-то новые навыки, они дают нам какие-то новые нравоучения, и это всегда помогает нам в жизни и в дальнейшем, в будущем. Зарядка, она дает нам здоровье, дает нам силу, и каждый день мы укрепляемся с помощью ей. Она иммунитет больше подтягивает. Зарядка со стражем правопорядка всегда вызывает бурю эмоций у отдыхающих детей в детском лагере. А пока есть спрос, будет и предложение. Основная наша цель – это, естественно, профилактика. Профилактика совершения преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних, воспитание здорового образа жизни у детей. После зарядки и знакомства со спортсменом детей ждала игра в футбол с сотрудниками полиции. С большим интересом ребята гоняли мяч. Игра закончилась дружбой, а ребята получили только положительные эмоции. Екатерина Каичева, Сергей Зибзеев, телекомпания «Соль ТВ».